Привет, это Реборн. У Валерки Гостера вышел новый ролик, и это у нас очередной видос по лысому, который называется «Гоняем лысого». Давайте его посмотрим, думаю, будет что-то интересненькое и веселенькое. Поехали! Всем здрасте, здорово. Всем привет. Черная кошка, это называется новый это так, да? Ну, короче, как обычно. Баба в желтом. Баба в желтом. Опять это? Что? А что вы хотели? Мы хотели как раз продолжение. Мы сколько? Полгода его ждали. За морем, в далеких странах. Черный кот, кстати. Так. Признак, что где-то нассали. Я так понимаю, сегодня... Только черный кот сыт, да? Все остальные нет. Как у бабочки. Снова вечер лысых пранков. Что это происходит там? Я еще зайти не успел. Малой уже что-то вытворяет. Слышишь? Лысый. Нифига себе, тут квартиру раздолбал уже, блин. Ты что, няню даже не... О, там смотри, киса. Здравствуйте, меня немного укачивает. Это такую кучу навалил. А ты кучу больше, чем она сама. А, это для развития. Это точно. Для развития кучу навалила. А где пацан? Хватит трясти дом. Так. Вот теперь... Это как обычно, наверное, в холодильнике, это точно не я. И не бойтесь, овощи. Все будет в порядке. Слышишь, шайба, ты где? У меня есть дрожащая соска. Все как-то... Ты любишь? Почему его нет? Может, от кошки какие-то объяснения получим? Слышишь, Китя, объясни тряску в 9 баллов, пожалуйста. Это типа, не общайтесь со мной, я вообще нарисованная. Это нет, типа, давай за мной, чувак, а то там скучно. Ты что, я ж тебя достану все равно. А вот и он. Пацан, дай руку. Надеюсь, мне засосало какой-нибудь яркий, красивый мир. Хрень тебе. О, сейчас будет какая-нибудь... Например, мой любимый Геншин Импакт. Так и думал. Только я сначала думал, что будет Хонкай. Потому что она все-таки новая. На купон по заключений. Пала меня просто... Ой, Китя, привет! Ваша засосала меня просто по уши. Я просто реально в картину вошел. Любопытство. Вот он-то там и остался. Вот ты сиди там один теперь. Майский. Тут глаза красные. Журнал 940. Живопись все еще остается лучшим способом путешествия между мирами. Ни хрена себе! Блин, пойду куда-нибудь попутешествовать. Мне надо не попадаться на глаза малышу, иначе мне грозит та же участь, что и постигла остальных. Конец журнала. В каком смысле? Слышишь, что? Ты уже во всех мирах всех достал. Все, мы переехали от тебя в картину. Пока. Привет. Слушай, я все в этом мире живу, без пацана. Все хорошо, никто не терроризирует. Здесь нужна книга. Так. Это квест, что ли, начинается какой-то, да? Головоломки. Бол. Это явно не книга. Гайка с болтом. Орех. Гайка. Орех. Какой орех? Почему нет? Неправильно. Неправильно. О. Правильно. Ну, естественно. Красный, красный, синий подходит. Это я разнаю. Чё-то, по-моему, нет. Гнездо. Нужна птица. Так. Или орех. Орех. Болт просто ставить и все. Пихайся. Очень сомневаюсь. Ну, так должно сработать. Нет. О, еще книга. О, еще книга. А, неужели правильно сделал? Нифига себе. А как это он так сделал? Не помню. Исследуйте котельную. Котельная — это дом кота? Кот. Да, печка и спидометр. Ну все понятно. Разгоняемся! Фига себе разогнался, блин, да это прям форсаж. Бекки с бани с дедом. То есть еще раз, я через картину оказался в другом мире, и мне нормально, да? Да. Занято! Привет, киса. Куда она нас ведет, интересно мне знать? Слышишь, блохастый, ты можешь объяснить, ты за меня или за пацана? Она так с подлобья смотрит, по-моему, она хочет тебя убить. Да. Ешь! Что, у него инфаркт? У него просто сердце вывалилось. У нас собирается какая-то пати против лысого, я так понимаю. О, нифига себе, кошка, робот и человек. Точно не победил. А вот где его органы запасные. Журнал 334. Ньют оказался одним из самых ценных моих творений. Однако мне нужно разобраться с дефектом конструкции аккумулятора. Господи, что там разбираться? Ньют, значит, да? Все, дефект устранен. Ну, почти. Взять робота, а что, он сам ходить не может, какой он бесполезный? Говорят, самое ценное творение, ты пошли. Угу. Там же было написано взять робота. Алло? Я понял, тебе нести придется, да? Одного лысого? Реально, он его взял как его, ну как ребенка. Подымили на другого, что Не, подожди, у него на волосинка в движении. Пока теперь батарейки? Ну ничего, слышишь, ты хотя бы какой-то поспокойнее, чем малой. Согласен. Отремонтируйте робот, подключите это. Так, было немножко неприятно. Аж охренел! Ты прямо его в жопу вставил! Ты терпи, один раз не айфон. Сейчас мы тебе прошивку накатим нормальную. Все, с вами демон и андроид! Какой же ты хороший! Согласен. Ты на ручки просится. Принц. Блеванул чем-то. Ну, с почином. Внизу было. Я видел, вот они. Чисто такой же ребенок. Покорми.
сука, он даже из другого мира, блин, пытается нас завалить. О нет, помнишь, оно и всплывет. Я только в другой мир переехал. Стоп, почему ты ближе оказался? Слышишь? Даже не думай. Сюда. Закрой быстрее эту гребаную картину. Да, закрашивайте это. Да, всё, да. У меня уже новый лысый. Кушаем их. Опять сожрал. Мряу! Видишь, он... Ой, сердечко сделал. Какая милота. Меня любит. Все отлично. Что не так? Пешт. Что у тебя ж... Что? У меня что-то сломалось? А почини, пожалуйста. Жопа болит. А, ее нету просто. Что, давайте жопу искать. Детям сюда нельзя. Это слава тебя, если что. Он, наверное, это там это ревнует сидит. Какого хрена ты играешь с другим лысым? А, ты типа жопой взламываешь двери? Ну ладно, пошли. А, да? Нужно подложить просто что-нибудь. Не, ничего подкладывать не надо, просто жопу тут твою найди. Вы думаете, я тупой, что ли? Хрен тебе. Да как так-то? На, пока не грусти. Сейчас, я быстро... Шапочка. Найду, чем подпереть дверь. Молотком? Кабелями? Нет, что-нибудь надо типа... Что-то типа леген... Это же музыка из Варкрафта. Старного золотого подпирателя двери, правильно. Это реально подпиратель двери? Серьезно? Чё за херня? Какого хрена? Почему она лежала на пьедестале? Врач только посмотрит. Какая жесть! Не бойся. Ой. Видишь, а ты боялся. О! А, да? Ты просто вот так вот взял, использовал наш и убежал? Ах ты ж. Да ладно, не больно же было. О, нет. Теперь он начал разрушать этот мир, да? Что, еще ближе стал? Не иди сюда. Ты зачем туда закрылся? Зачем тебе ключ? Может, орешки погрызешь? А, ты будешь лифт чинить? Я тебе доверяю, давай. На. Там орехи валятся какие-то, болты. Ты пол лифта разобрал, типа починил? Смазать там что-то надо? На. Блин, он так прикольно разговаривает. А, он пожрать захотел просто, устал чувак. Такой, давай я немного перекуру, начальник. Ёпта, Петрович на рабочем месте. Блин, свинота. Офигеть, работник года. Ой, мне эта игра все нравится больше и больше. Что, закусить тебя? Я-то думал, тебе для ремонта, ты просто насинячил и все. А ты ремонт... Он насинячил и пошел ремонтировать. Это не значит разобрать. Я вообще не уверен в качестве сборки этого... Ну, как минимум, он поехал. Почему она не закручена? Так. Ах ты ж! О, нет! Он пришел! О, боже, он тут ой, даже... Ой, ё-моё, на фотке ты еще уродливей. Какой он стрёмный и старый! Вали, я смотрю, ты неплохо устроился здесь. Это что за самогонный аппарат еще? Ну, дальше что, ты меня сюда притащил? А, ну тебе плевать, у тебя грибы вянут. Синий плюс красный дать ребенку. Ну, допустим, смешать я смогу, где я вам ребенка возьму? Так, вон он идет за тобой уже, давай быстрее смешивай, а то тебе хана наступит и всему миру тоже. Как бы это, давай ты это, не думай о последствиях. Работа! Чё за херня? Какая мерзость! Ну и нафиг ты тут нужен? Тебе что сказали? Ты не должен быть здесь. Даже отдельный мир создали без тебя. Поэтому пошел на... Выметывайся отсюда. Блин, не получается. Блин. На! Все. Нашел машинку. Вози его отсюда. А он его посадил прямо на эту хрень. Ну как его называется? На антенку. Вы прикиньте, да? Ребенок. О, господи, темный лабиринт обман. Что-то, по-моему, нас пытается обмануть, мне кажется. Надеюсь, справитесь там без меня. Так. Что мне нужно делать? Покормить малыша. Вези его сюда. Что ты его скинул? Я понимаю, он никому не нужен. Сейчас я сварю тебе суп из двух цветов. Красный, синий. На. А ты типа липкий. Так, мне нужен только ключ с тебя. Хрена себе, там магнита стал. Все, ты свое дело сделал. Нью, вези его куда-нибудь в Казахстан. Не-не, не хочу я в Казахстан. Я хочу тут остаться. Нет, там он типа тоже не нужен. Я тут видел... И где он не нужен? Что интересное. Почта? Пневмопочта, да? Да. Так, руки по швам сделал. Ага. Как так-то? Как ты там оказался? Я тебя отправил куда подальше. Чёрт, это не попытки избавиться от тебя. Не злись, если что. Ой, там что-то классное. Хочешь туда? Все, ты пока посиди, и я разберусь, как от тебя избавиться. Что вообще делать? Так. Что ты хочешь? Руль? На, езжай. Прикрепить руль. Я сам не мог взять, он там рядом с ним был. А куда крепить? Ты знаешь, куда ее? Давай ему прям вот задницу. Что ты ревешь? Пошел в жопу! Пока, спокойно. Да, правильно туда его! Ну и валяйся там. А, сюда, все, спасибо.
Так. Чё, думаешь, сожжём его просто здесь? Ты чё, охренел, что ли? Он, походу, тебя услышал такой: «Эй, не надо меня сжечь, я слишком хорош для этого говна». Тебя кошка воспитывала, что ли? Походу, да. А почему кошка? Кошки любят кидаться книжками. Здесь какая-то... А, ну, в принципе, да, согласен. Кодовая дверь. Какие-то варианты вообще есть? Ты чё, Амогус распечатал сиськами? А, это свеча. Сука наглый. Да двинь ему тоже, в смысле, чё он борзеет? А ты можешь не быть утырком? Только кинь. Охренел! На! Ладно, мелкие пакости, но это абсолютно уже просто... Вот мразь. А, вот и свечки подсказки. Первый треугольник, две полоски. Я тебя сейчас уничтожу просто. Здравствуйте, журнал «Лысые гниды». Можно фотку для обложки? Вы просто идеально нам подходите. Можешь не улыбаться, зубов у тебя все равно нет. Что-то ты какой-то негатив. А что, без зубов нельзя улыбаться? Активный. Точнее, с зубами, без зубов, а ну да. Сейчас посмотрим, как ты выйдешь. На первый... Классная фото. Взгляд, конечно, отвратительно. А, что с фото, что и появится в мире. Мне нужен только цветок, поэтому я сфотаю так, чтобы у тебя музыки не было. А то ты оборзел еще и с музыкой сидит. А все, надо было вовремя платить за подписку. Какой злой цветок-то? Еще как тут шипишь на меня? Ньют, разберись. Перцовка ему в глаза. Заливай. Красава, батарея. Блин, мне так нравится этот роботик. Я отработал свои. Всякую хер собираю. Молодой человек, бар закрыт уже, можете свалить? Нет. Давай наливай. Ладно, еще одну. Испугался. Что будете заказывать? А паспорт-то есть, слышишь? Какой паспорт? Ему нет лет. Вообще. Ты не наш старый, давай показывай. Делаю наш фирменный. Зеленый, красный. Коктейль называется сумка. Что это? Что это? Это, по-моему, гиря какая-то. Олег Монгол. Вот таким мне больше нравится. Что это? Слышишь, шины. Какой он толстый. Офигеть, ты жопу отъел. Куда ты хочешь? Жесть. На кнопку, точняк. Так, иди сюда. Ой, какой ты тяжелый. Еле-еле идет. Просто использует ребенка, чтобы на кнопку посадить. Какого хрена? Да нет! Так, сиди здесь, сейчас я принесу бутылку. Ну, конечно, как да. Как он тут оказался? Не так просто будет? Угу. Точно, аэротруба. Слышишь, Хинкай, только застрянь. Чпоньк. Бам! Работала! Беги, Ньют, беги! Ну, блин, ну как без роботика? Нет. О. А, ну ради цветочков, не, конечно, я понимаю. Что ты уселся в фонтане? ВДВшник. Она же работает. Надо в него было. Пацан, слезь на секундочку. Давай поиграем в канониров. Найдите цветок реагент. Давай, Ньют. А, он хотел его выставить. Обрабатывай. Ай. Злой стал. Ньют уже взбесился прям. Лысый довел мультиварку. Ньют, да забей, ты не поймаешь его. Я уже серии 5 с ним бесился. На. Смотрите, у глаза аж красные стали. Давай с ним что хочешь. Снимите малыша. Хочет его выстрелить. Сука, обожаю этого робота. Намек понят. Поджигай. Когда написал боту в чате HTTP, что он не прав. Да! Он рад. Хорош просто. Я тебя обожаю. И дальше пошел поливать цветочки. Обожаю. Давай его, давай. Гомони его, эту бедолагу. Блин, робот офигенный. Корень открытого космоса для него, думаю, не проблема. Он вернется. Ах, ты злой стал! Нехер было мной стрелять! Сейчас. Так. Набей ему лицо! Ставлю сотку на мультиварку. Мне в таких напряженных условиях еще зелье варить надо. Ой. Ну, может, вы когда-нибудь помиритесь просто? Нет. Нет, что-то в них такое есть, знаешь, общее. Лысина. Ой, мой хороший. Никакой классный. А ты пошел нахер. Фиолетовый плюс какой-то. Сейчас надо гадать, да? Как какой-то? По логике синий. Потому что... Что пристали? Давать желтый желтому, это что-то опасно. Ты что там в планке стоишь? Вспомнил, что жирным был? Может, нафиг тебе это пить? Что-то мне кажется, не стоит. Там какая-то страшная эмблемка. Ты тоже, да, так думаешь? И что? Да, не стоит. Что я сварил? Чили 4 перца? Горит. Походу. Хорошо горит. Кем ты только сегодня не был? Ой, хрена себе, можно и поджигать? Сейчас лысый уголь, например. А, здесь его сочевальня. А ничего, что я без стука? Шо? Без меня спрешал. Здесь открыто было.
А, я понял. Ай, больной, да что ты творишь? Ты в курсе, когда ты бьешь других людей, тебе это нравится, это ненормально. Вот тебе врач рядом. Скажи ему, слышишь, доктор, чини пацана. Точно, насоска на кухню. Ай. Ай, мы еще вернулись? Нет, не вернулись. Вот она, сосать при опасности, вперед. Там так было написано. Заткнуть его рот. Отлично, он открыт. Сосать. Сразу вырубился. Вырубился. Что это? А соска с водкой была, что ли? Чего он уснул сразу? Выровняйте кольца. Какие? Намутили, конечно, здесь. Все. Мир спасен. Ну что ж такое-то? Ну ты же спал, сосун, сисек. Что ты сломал? Он шар мой, я его чинил. Да ему на все вообще пофигу. Получите сердечник. Чините сердечник. Приступ, что ли? Я получаю сердечный приступ, когда с ним нянчусь. Да-да-да-да. Вот-вот и я там. Я спустился, можно шар? Могу туда сходить, мне не западло. Что дальше, в пушку его засунешь и стрельнешь, или отдашь уже? Небезопасно. Ух ты, мне ужели, спасибо. Ну, елки-палки, Нюх, беги! Нюх, держи, держи. А тебе надо было? Ну, да. Извини, я тупой. Какая страшная, что ты, кто? Блин, я даже забыл, что хотел сказать. Нажму для побежды. Хватай, Это здорово, что такой быстрый. А можно меня также ускорить? А, нельзя. Вот это он заорал. Подожди, подожди. Так. О, фига себе, перекатился. Ты скидала, ты какого хрена дверь закрываешь? Чтобы он не догнал нас. Слышишь, ведро с гайками, ты что, меня поставить решил? Ньют без... А, решил, блядь, немного отдохнуть. Такой чили на расслабоне. Пойдем, мы еще не победили. Не-а. В смысле нет? Не-а. Ставьте сердечник. А как вот это ставить? Ньют, подсказывай, ты здесь жил всю жизнь. Хочу в стену его впихнуть. Снова этот детдомовец перестал, да что ему Жесть. Надо? Закройся. Хорош, Ксиоми, блин, ты лучший. Держи дверь, активирую дырку. Слишком большой? Я впервые такой... слышу. А, вижу мостик. Так это, я так и думал, что надо было туда в центре высувать. Ну не, креветка, ну не надо. Что произошло? Не успел? Ньют! Нет, его поджарили! Ньют пропал. Ньют пропал. Рука тритона. Ты что, тритон по факту? Блин. Нет, нет, я починю. Я еще и жопу ему оторвал. Нет! Мы... Блин, Ньюта жалко, вы смотрите на его глаза, пипец, они такие пустые. Тебя починим, слышишь? Ужас. Какой он страшный. Любопытство. Любопытство. Мне пофигу. Мне плевать на этот шар. Мы хотим починить Ньюта. Хочу починить Ньюта. Игра Понимаю. Про дружбу. Это закрыто. Ньют, сорян. Ладно, давай ты вас желток так. сюда. А вот то, что написано не открывать. Двери мира. Это типа сегодня? Ага. О, теперь не слишком большой. Прям это, в размер размер. Я же дурак. Сейчас кошка мне скажет, типа, вот олень, кого притащила в мир. Это мы вообще, походу, перемещаемся сейчас это в ад, и там будем драться с лысым. Охренеть. Ха-ха! Их несколько, блин! А... Так, какого хрена? Я один доставлял кучу проблем. Того мне мало было. Да вот-вот. О, привет, доктор. Опа. What? Почему вы перевели его сюда? В смысле мы? Это кошка твоя. Ну, я дурак. Что я надел? Мы не знаем. Не знал. Любопытство было написано. Ой, охрененно. Вы там разберетесь. Блин, шикарная игра, а? А дальше все лучше и лучше. Начиналось, блин, просто с нянечки какой-то. Я не хотел. А главное, кошка тактично свалила такая. Да-да-да. Сами виноваты. Надо было брать клуб умнее. Чтобы оставаться в курсе, подпишитесь. Ага. Блин, офигеть вообще на самом деле. Крутая какая игра. Мне прям безумно нравится. Начиналось все реально просто с... Как это? Просто ты типа нянечка. Ухаживаешь за ребенком ада, а потом происходит вот такое вот вселенские масштабы. Что-то, блин, мне очень нравится. Я жду продолжения, хочу посмотреть на него. И как тебе самому поиграть надо бы. Наверное, уже да, на игровом канале на своем. Ну, видос офигенный получился. Огромное спасибо Валерке за него. Если вам понравилась реакция, лайк, подписка, комментарий. Не забывайте прожимать бубенчики, если интересуете, ссылочки в описании. С вами, как всегда, был Реборн. Спасибо за просмотр. Пока!